Я сделал самое большое открытие в Arm Wrestling Simulator, а точнее я открыл 10 тысяч новых ивентовых яиц и выбил оттуда самых редких питомцев. А также открыл вот эти вот рулетки, и оттуда мне наконец-то выпал. Ну что ж, друзья, чтобы это все увидеть, смотрите ролик до конца, ну а я начинаю. Вольт Феникс на Best Friend 7, надеюсь, да? Ну и парочку левиафанов, так что, ребята, погнали, я вам... Когда я открою 1000 яиц, я к вам вернусь и посмотрим, выполнил ли мне хотя бы этот, блин, гребаный попугай. Конечно же, мы одеваем всех пэтов на удачу. Я их уже одел. Вот это я гений. И юзаем бусты на лаки, на голден и на войд. Все, ребята, все бусты юзнул. Поехали. Ну что же, ребята, открыл я уже больше 1000 яиц, где-то 1700, что-то около того. Мне было 8,5, по-моему. Короче, смотрим, выпал ли мне... Кто это? Левиафан или вообще, может, Феникс бахнулся. Погнали, смотрим. У меня в инвентаре где-то около... Так, выпало 2 левиафана, ребята. Выпало 2 левиафана обычных, это четко. 2 обычных левиафана. Выпало хорошо. Крафтим всех. Еще раз крафтим всех. Я скрафтил, короче, самую большую черепаху. Это на 15 тысяч, да, вот эти вот на 7,5. Они не крафтятся, что-то. Макаки на 800, на 7,5 вот эти. Короче, левиафана я выбил 2 штуки. Теперь у меня есть 2 питомца на Best Friend 5 еще. И у меня еще осталось 7. 1000 яиц. Юзаем опять бусты на лак, на... Можно юзнуть на лак? Понял. Так, у меня случайно юзнулось на x2. Ну, в принципе, так и надо. Я по часу сейчас открываю. Все, погнали. У меня есть еще часик. У меня, блин, жутко лагает. Не знаю почему, потому что, наверное... А, все, уже отлагало. Слава богу. Погнали, ребята. 7000 яиц еще осталось. Let's go. Открыл где-то еще 1000 с чем-то яиц, где-то 1200. И сейчас посмотрим, выпал мне. И да, ребята, еще 2 левиафана выпало. Теперь у меня их вообще 4 левиафана, понимаете? Давайте сразу их кинем в блок, чтобы они не крафтились, потому что нету смысла их крафтить, потому что, ну, как бы, крафт all. Ой-ой-ой, пошло. Видите, сколько, боже, сколько я скрафтил. Это жесть. Голиафы, 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 голден. Ё-моё, войден голиафы. Короче, вот так и живем. Ну, уже 4 есть на Best Friend 5. Надеюсь, следующее открытие это уже будет. Это уже будет вот этот вот петуш. Шочек. Давайте, наверное, запретим вот этих трех, а то я что-то совсем забыл, зачем мне они нужны. Просто запрещаем их, и все, погнали дальше. Ребята, еще 1000 яиц я открыл, и я уже, конечно, поставил, чтобы маленькие питомцы, ну, точнее, до черепахи. Алло, можно все? Эй! Да хватит, я передумал. Да хватит. Но я передумал яйца открывать. Как я теперь узнаю, когда все? Ура, победа! Так, друзья, больше 1000 яиц я еще раз открыл, и мне упал всего лишь один лайк. Левиафан, это обидно. Почему-то еще не упал этот, блин, гребаный, как там его, тух, вот этот вот попугай. Ну ничего страшного, у нас осталось еще 5000 яиц, так что поехали, ребята. Юзаем лак, юзаем голден и юзаем войд. И снова открываем эти яйца. Сайт, где вы можете купить робуксы буквально в один миг. И это сайт Robux Spear, ведь на нем появился новый метод покупки робукса, Fast Pass, благодаря которому робуксы приходят моментально. Не нужно ждать вообще. Новый способ доступен только верифицированным пользователям Roblox. Сейчас этот метод самый безопасный и самый выгодный. Ну и чтобы пользоваться новым методом, у вас должен быть компьютер, но полная инструкция по покупке присутствует на сайте. Я тоже покупаю робуксы на Robux Spear, так что ссылка на сайт в описании. Ребята, знаете, сколько у меня питомцев в инвентаре? Вы не знаете, потому что я сам не знаю. Около где-то 7000 сейчас тут просто, чтобы понимали, у меня даже лагает инвентарь. Это жесть. Полнейшая жесть, просто. Да, вот это я попал, конечно. Чё тут такие боссы сложные? Я сейчас... Так, 25 септиллионов надо, да? Вот так вот, значит, да? 100 рулеток есть. Мы же пооткрываем, ребятулечки, рулеточки, потому что, ну, типа, рулетки тоже нормальная темка. 3, 1 лаки пушен, хотя писали, что дадут 3. Какой обман, what the hell, бро. Честно, мне сможет упасть этот пет, какой он там, на что он? Это что вообще за питомец золотой? 7500, но зато у него Best Friend 7. Прикольно, прикольно, Best Friend 7. Опа, винбустик на базу. Сюда. Давайте полтос откроем, рулеточек может. Lucky Potion. Дайте пета по-братски. Почти аркана. Дайте пета по-братски. Ну, по-брательски. Ну, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. 5 тикетов, я вас понял. Выпали победы. Смотрите, ребята, вангую победы выпали. А, сванговал. Я гений. Чё тут?
тикеты. Опять это колесо долго крутится. На X100 сразу открыть моментально. Кстати, было 100 прокрутов. Это если в робуксы комментировать, это 12 тысяч робуксов. Это жесть, ребята. Я сейчас, считайте, 12 тысяч робуксов просираю. Вау! Вот это я жестик, я шатал. Блин, я камеру сломал. Ну нет, не надо. Ну зачем? Ну я не хотел камеру ломать. Честно. Алло, ну я не хотел камеру ломать. А ну пофиг, я и так могу. Починил камеру. Ну дай пооткрывать яйца побольше, алло. Ой, какие яйца, это уже эти, рулеточки. Чё так медленно? Эти локи-блок еще будем фармить. Что-то выпало, 5 тикетов, понятное дело. Чё там? Винбуст. О, ребята, победа выпали, опять я сванговал, капец. Смотрите, написано 3, а мне дают 1. What the fuck is this вопрос? What the fuck? Алло, питомец? Нет, питомец. О, победа выпали, ребята, победы. Так, еще один, сюда, просто на базу. Капец, это долго будет. Ах ты, блин, я не знаю, кто ты, но почему я уже думал, все, жиза, все, капец, выпал мне, блин, этот пет, но фиг там плавал. Тупо, вы видели, как оно перекатилось, такое прям жестко, это жесть, я чуть не пересрал. А что у меня, кстати, X2 викенд, это типа X2 на неделю, прикольно, завтра еще, вау. Так, 20 рулеток открыли, давайте потом еще пооткрываем. Нет, стоять, нет, тупо жесть. Вы что, гоните, чешо? Ладно, давайте, это было близко, я хочу последнюю бахнуть. Ну, ладно, все. Ну что ж, друзья, осталось уже 3660 яиц. Я уже открыл где-то 1500. И смотрите, мне выпал еще один лайтинг левиафан. То есть сейчас я уже могу собрать 6 лайтинг левиафанов вот этих вот. В принципе, это не так много пока что. Я все еще надеюсь, что еще осталось 3600 яиц. Я надеюсь, что мы выбьем этого феникса, блин, попугая. Я не знаю, как его назвать. Но такое чувство, что разработчики, блин, ну не дадут мне его выбить, к сожалению. Но я попробую. Так что, ребята, продолжаем открывать яйца. Ведь еще осталось 3660 яиц. Ну что ж, друзья, я открыл уже очень много яиц. У меня осталось всего лишь 2300. И сейчас на данный момент у меня целых 10 вот этих вот левиафанов. И ни одного феникса. Просто ни одного. Я не понимаю, почему он еще не выпал, но у нас еще осталось 2000 яиц, и это где-то 10% на то, что он нам еще может выпасть. Поэтому юзаем зелье на лаки, на голден и на войт, и погнали открывать дальше. Что ж, дорогие друзья, осталось уже меньше 1000 яиц, буквально 900 яиц, и 10, почти 10 тысяч мы откроем. Итак, смотрим. Ё-моё, у меня инвентарь лагает. Смотрим, сколько же у нас левиафанов. Смотрим, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, вроде бы 11. Давайте второй подсчет. Да, ребят, у нас сейчас 11 левиафанов и осталось еще 900 с чем-то яиц. Ну что, ребята, погнали. Ласт открытие. Применяем. Лаки, голден и войд. Чисто последний лаки, голден, войд. Кстати, у меня 2 токена почему-то, хотя я ни разу, повторяюсь, ни разу не бил. Ни разу не бил вот эти штуки, но мне 2 токена что-то дали. Ну, хорошо, что дали. Также у нас тут ежедневные наградки. Давайте соберем. Выпал самый фиговый пет. Понимаю. Не одобряю такую тему. Ну все, ребята, погнали. Ластовые 900 яиц, поехали. Так, первый, кто нам падает, это, конечно же, какой-то лох. Потом какой-то лох. Потом какой-то лох. Интересно, увижу я момент, как мне падает левиафан. Потому что я еще ни разу его не видел. Я отходил на это время. Потом какой-то лох. Понятно, пока электромакаки и электробегемоты. Ладно, ребята, оставлю я, наверное, в АФК. Ну что ж, ребята, я скоро вернусь. Ну что ж, друзья, я дооткрывал все яйца. Вот, как вы видите, осталось вообще 0. Толь тупо 0. Очка 0. И я не знаю, выполнили мне попугай. Смотрите, что происходит у меня с инвентарем. Если вы хотите забрать мой инвентарь себе, то ставьте лайк. Я просто не знаю такого, кто хочет забрать всех этих черепах. Блин, серьезно, ребята, мне не выпал попугай, капец. Мне, походу, реально не выпал попугай. Ладно, пока считаем левиафанов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что? Также 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Также 11 левиафанов. Фанов за 1000 я не выбил ни одного. Прикол, конечно, лютый. Ладно. У нас также самое 11 левиафанов. То есть, смотрите, как они выглядят. Я вам сейчас покажу. Давайте всех одену. Сейчас у меня будут все левиафаны. Тупо все. Прикольно ж. Вот так они сейчас выглядят. Вот это вот левиафаны новые. Вот эти вот, блин, ящерки. Почему это ящерицы, я не знаю. Но они вот так вот выглядят. В принципе, 7 левиафанов у меня, да? Это было самое жесткое, наверное, открытие в моей жизни. Тупо почти 10 тысяч яиц открыл. Я выполнил, блин, вес на открытие ивентовых яиц. Также, ребята, давайте откроем Season Egg 5 штук целых. Season Egg целых 5 штук. Погнали, Season Egg. 5 штук. Let's go. 3 штуки первых. Бамс, мне не упал никто. Ну, понятно.
понятное дело. Бамс, крокодил и... Ладно, мне не повезло, ну, в принципе, как всегда. Ничего нового. А ну, яичко бесплатное, халявка, что это? Лох, понятное дело. Что же еще? Чтобы понимать, ребит стоит 782 сикстиллиона. Это жесть. Это же. Так, ваши ставки, что мне даст лаки блок? Мне интересно. 37 квадриллионов осталось, что мне даст лаки блок? Интересненько. 1.6. И он мне дал 25 сезон пас XP. Вау. Мне не хватает еще 300. Ну, подумаешь. Что, ребята, давайте уже добьем до полтоса эти, блин, рулетки. Погнали. Понятно. Lucky Potion. Опа, опа! Близко. Win Potion. Окей, окей. Lucky Potion. Томчика мне по-братски. Понял. Lucky Potion. Мы в конце посмотрим, сколько... Опа, победы упали. Ну, нормально, нормально. Жить, жить. Уже через 7 дней. Новогоднее. Обновление через 7 дней, ребята. Это жесть. Новый год будет. Если выпадет питомец с шансом 0,005%, то Новый год будет. По идее, чтобы его выбить, нужно открыть где-то 1000 или 10 тысяч этих рулеток. Но я думаю, за соточку мы справимся, да? Понятно. Может, питомчика? Ого-го, что с рулеткой? Понял. Может, питомчика? Понял. Ну, уже, блин, 5 штук открыл, мне ничего нормального не упало. Можно мне питомчика? Понял. Деньги давай! Деньги давай! О! Пам, да что? Меня обманули, ребята, мне выпал пет, смотрите. Это что за обман? Смотрите, я уже думал, все, мне выпал. Смотрите, что это? Это факт. Ребята, если вы считаете, что мне выпал питомец, напишите в комментах. Это жесть, что происходит? Меня люто обманули только что. Я уже думал опять. Ладно, поживи пока. Последний прокрут до 50, погнали. 9, это питомчик. Да, фиг там плавал, это Golden Wings Potion. Ну ладно. Ладно, как бы нормально. Не судьба, видно, ну ладно. Не особо-то и хотелось, ё-моё, что с инвентарём. Итак, ребята, сколько же мне выпало этих поушенов? У меня теперь 54 лаки, 71 голден и 115 войд. Это жесть, это просто жесть. Я какой-то уже миллионер. Ладно. Ну что ж, друзья, также переходите в мой телеграм-канал, ведь там есть новости, которых нету на YouTube. А также там есть коды в армрестлинг и много чего другого. Поэтому подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Сейчас на вашем экране ролики, где вы можете посмотреть, как я купил тыкву, и ролик по Туалет Tower Defense. Ну а всем... Бум-бай, бум-диги-бай-бай, засыпай, любовь моя, засыпай.